Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 426 и до 428. Первый вопрос. Изайля мясаты аль-марид ан юсалли каиман. Если больной человек не способен совершать намаз стоя. Накала гайру вахид мин ахли аль-ильм аль-иджма'а аля анну юсалли каидан. Сразу несколько обладателей знаний передали единогласное мнение на то, что он должен совершать намаз сидя. Ли хадис Имран ибн Хусейна аль-лази филь баб. И довод на это хадис Имрана ибн Хусейна, который у нас в главе под номером 426. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة. Из них, то есть из тех, которые передали на это единогласное мнение, النووي, а также ابن قدامة.